События дня. С информационным выпуском в студии Зафар Турсунов. Здравствуйте. В столице стартовал тренинг по дебатам стандартного парламентского формата. Мероприятие организовано Академией государственного управления при президенте республики совместно с программой развития ООН и добровольцев ООН «Социальные инновации и волонтерство в Узбекистане». Образовательный курс будет проходить 5 дней для 16 слушателей Академии. Участники получат навыки эффективного слушания мнения своих оппонентов, конструктивной аргументации, сбора и постановления. Строение команды, говорит Бахром Раджабов, специалист по тренингам и связям с общественностью про ООН и добровольцев ООН. Тренинг впервые проводится совместно проектом и Академией государственного управления при президенте для 16 слушателей Академии, которые представлены здесь и сотрудниками политических партий, и сотрудниками Сената, Олимаджилиса, хакимиатами, региональными и городскими. 5 дней тренинга будут посвящены как раз командным дебатам, которые укрепят теоретические знания, практические навыки участников, которые, как ожидается, будут участниками использованы на своих рабочих местах в различных государственных институтах и учреждениях. Среди общих тем тренинга – умение мотивировать участников своей команды, а также публичные выступления и эффективные презентации. Это был выпуск столичных новостей. Оставайтесь на нашей волне.